Казахстан уже давно стал родным домом для представителей многих национальностей. Этому способствовал ряд причин – исторических, политических и социальных. Поддержание мира и согласия – одна из важнейших задач, поставленных перед каждым казахстанцем. И должна заметить, что эта задача уже давно стала нашим общим «я» – дружелюбие и уважение к человеку вне зависимости от его национальности, языка и вероисповедания. Ежегодно более 1500 человек собираются на заседаниях сессии ассамблеи. Они искренне улыбаются друг другу, приветствуют и желают только самого лучшего. У них разные национальности и религия, но объединяет их нечто большее. Все они казахстанцы, которые дорожат своей родиной. Ассамблея объединяет в себе все возрастные категории, вбирая в себя все самое лучшее. Мудрость и опыт старшего поколения, и, конечно же, энергию и креативное мышление молодежи. Конечно, предстоит очень большая работа. Работа предстоит именно в русле разъяснения этой статьи. Конечно, будут конкретные шаги, мероприятия и так далее. Но целевая задача наших молодежных организаций в целом нашей страны – это донести до молодежи, это изменить мышление. То есть вот у нас девиз даже появился «Думай глобально, действуй локально». Помимо официальной части, немаловажные культурные мероприятия, проводимые в рамках сессии ассамблеи. Торжественный концерт – это добрая традиция, дарящая праздничное настроение и возможность насладиться культурным богатством нашей многонациональной страны. Подготовка к концерту – это всегда интересная, творческая, но в то же время очень ответственная и нелегкая работа. Долгие часы репетиций, создание единой концепции и посыла мероприятия, а также урегулирование всех технических моментов – это лишь малая часть того, что скрывает за собой закулисье праздника. Со всего Казахстана собрались сегодня более 500 наши артисты. Вот сейчас идет подготовительный момент, генеральная репетиция. Более 100 человек работает за кулисами. Это технический состав, это хореографы, балетмейстеры, режиссеры, ассистенты режиссеры, художники-постановщики по свету и звуковики. Ассамблея ежегодная, соответственно, каждый год проходит торжественный концерт. И перед организаторами стоит важный вопрос, как же сделать так, чтобы каждый концерт запомнился зрителю. Астана Балет, детские коллективы, уйгурские, русские, немецкие, казахские и многие другие театры – это лишь малая толика внушительного списка выступающих.